Здорово, друзья! С вами Валдай и Грали, и мы продолжаем выживание в Minecraft Technic Hell. Да, всем привет, дорогие друзья. Хотя в этот раз я бы сказал не выживание больше даже, а именно просто... Просто продолжаем мы. Похождение в Minecraft. Мы просто ходим. Вот-вот. Все, внизу броня и крутой топор, нифига ты. И ты молчишь. Алмазная кирка твоя? Прочность 3, да. Еще 3. Да. Там ее оставить, да, пока? Да. Или себе можно забрать, попользоваться? Нет. Нет? Жаль. Ладно, как скажешь. Так, еще уранчик. Хорошо. Так, что это вообще такое? Предлагаю для себя по-прежнему идти в пещеру за углем. У нас угля очень мало. И редстоуна. Можно накопать редстоуна, потому что он тебе нужен для твоей печки, правильно? И угля. Нет, заодно я опыта. Редстоун не особо нужен, потому что я хочу энергетическую систему сделать. Заодно и опыта начарить. Но для крафта редстоун не нужен, для крафта энергетической системы. Да, желательно. Ну как вот. Минимум. Так что видишь, все равно все сводится к одному. Мыль жемчуга края. Я тоже видел, да, тоже обалдел. Мыль жемчуга края. Надо еще понять, что это значит. Просто мыль. Просто мыль. Мыль это не мыль. Игорь это мыль, мыль это Игорь. Супер. Та-та-та-та-та. Надеюсь, мыль меня извинит, но я с ними не общаюсь. Какой ты, а? С некоторых пор. Ну все. Так, лады. Лады, лады. Пожалуй, что сундук лут с мобов скоро заполнится. Я закончил разбираться с едой, представляешь? Да. Ну, всю еду, что нашел, я принес. Так, бронька еще. Опа. Да, конечно, нужно будет расширять этот сундук. Так, инструменты, еда. А ты еды себе забрал, что ли, немного, да? Нет. Наоборот, добавил яблочек золотых и простых. Хорошо. Таранорм. Здесь грязь, земля от травой. Погоди, куда делись ножки-то все? Я что-то не понял, не воткнул. Как так-то было? Вроде много же. Странно. Ладно, плевать. Давай, го в пещеру расходим. По фасту. Так, что у меня там еще есть? Уран у меня есть. Уран, серый селитра. Уран у нас 35, оказывается. На самом деле тоже сундук такой не очень. Алюминий, селитра и сера, они, скорее всего, там должны быть. Ну пофиг. Так, вазелит. Вот сундук, ростки саженцы, цветы, можно тоже сюда всякое непотребство положить. Подожди сейчас. Ты хочешь в пещеру прям? Угу. Ты не хочешь? Да что, пока как-то не горит. Не, могу пойти, в принципе, один пока сходить. Ну, сейчас. Потусоваться. Ну, светопыль, адская штука. Так, эссенцию выспа, короче, мы относим посохом, получается, правильно? Ну, думаю, да. Ну да, я тоже так думаю. Нормальная. Нормальная тема. Так, хорошо. А куда отнести пшеничку, интересно? Например. Пшеничку. Чего не знаю, того не знаю. Ладно, здесь покупаем. Для шерсти. О, сундук нашел, отлично, обычный. Деревянный. Так, все, возьму тогда себе стрел немного и пойду, в принципе, в пещерку пока. Грибы. Дерево. Right, поехали. Лечебное зелье, кстати, у нас есть, ты знаешь? Хорошо. Буду знать. Вот не знаю, куда здесь. Да. Ты ж портал поролся снова. А у меня работает. А у меня поролся. Что делать, блин? Да плевать. Пойду так спущусь. Ничего не делать. Пойду в другую пещеру схожу, в новую. Кто ты что сейчас сделаешь? Угу. Ну нет, он прокопан, он уже тут есть, в принципе. Я просто спущусь тупую. По лесенке, по той, которую мы раньше делали без портала, когда портала у нас еще не было. И там где-нибудь покопаюсь. Окей. На, предположим, допустим. Шесть кожи.
Хорошо. Вот на этом, на во втором уровне. Спущусь, пожалуй, еще ниже. Ваши панцири вообще норм. Так, еда. Вот так, на 17 уровень. На 16. Нет, еще надо ниже немножко. Лопат с собой только забыл взять. Это печально, конечно. Шерсть, нитки. Все, 14 левел. Погнали. Шерсть, нитки. Нет, наверное, неправильно. Шерсть, нитки. Потому что только шерсть. Думаешь? Ну да, нитки это шлуц мобов. Ну да, ну да. Да. Шерсть сюда поскидывать. Я, кстати, понял, сейчас в пещеру попал, что я скучал по пещерам, по копанию в ресурсах просто. Мирному, спокойному такому. Без всякого ада и боли в заднем проходе. Когда ты пытаешься бить долбанного монстра, и ничего не получается. Ну, впрочем, не будем об этом, мы уже договаривались как-то, по-моему. Несколько раз. Вторую серию подряд вспоминаем. Я все, я завязался с гнилыми разговорами. Ох ты, и гнилыми. Конечно. Мы же начинаем об этом говорить, и сразу все начинается, бахер. Почему мы там это не сделали? Что случилось? Все. Блин, а. Как это? Есть у нас рельс? Да, по-моему, были, да? Где-то. Черт. Вообще не уверен. Вау. Вот, пожалуйста, редстоун. Очень-очень хорошо. Всякая пыль. Так, и да. Че твой пес рычит на меня? Пусть идет домой. Пес? Да. Пес, не рычи на него, иди домой. Правильно. Все, он тебя понял, больше не будет. Так бы сразу. У нас есть. Ты знаешь, сколько у нас сердец всяких разных мобов? Heart of Fire, 4 штуки, Heart of Undead. А, я знаю, да, это еще половина с того, с первого дома нашего еще осталось. Это да. А откуда мы их брали? Еще откуда? Откуда мы их брали? Выпадали с мобов. С призраков всяких там. По-моему, да. Жесть. Жесть какая-то. Ой. Слушай, ну тут очень много еще хлама. Кажется. Ну понятно. Ну, желаю тебе удачи в сортировке тогда. Я пошел все-таки немножко в рейсы подобывать. Я Редстоун уже нашел. В принципе, моя цель сейчас не особо рейса, просто хочу восстановить справедливость и начарить лук наконец нормальный. А этот лук засунуть куда-нибудь в ванну с кому-нибудь. Поэтому я вот пошел для того, чтобы набить себе опыта по новой. Уже 15 уровней. Значит, осталось немного, в принципе, еще. Ну, нашел того самого. Немного уранчика нашел. Уанчика? Уанчика, да. Xbox One. Нет, уран. Немножечко Xboxика нашел. Уран нашел. Ураниум. Листва, всякие саженцы, цветы. Это сюда надо положить. Это сюда. Пыль. А где у нас пыль была? Там, где осколки. Осколки, осколки. Где же алмазы-то, а? Пыль. А Redstone пыль туда идет, интересно. Подходит. Вот так много осколков нашел за раз, нафига себе, сразу 13 штук в одном месте. Пыль, не знаю, подходит. Чисто опыт, я думаю, добиваешь. Но я как будто собираю еще на сами железо, тут много, и всяких других руд, типа там олово, медь и прочая фигня, которая особо не нужна, но в принципе почему нет, заодно уж. А так, по идее, да, я пошел ради опыта, в принципе, основная цель, сказал уже. Для того, чтобы ух ты, наш коридор нашел какой-то левый. Коридор? Ну, который прокапывали уже мы тут, да. Я на 14 уровне копаюсь просто. Окей. Коридором. О, каменный меч. Сойдет. Каменный меч? Да, у меня нет ничего. Он только золотой.
Тоже неплохо. О, стреляет, стреляет. Пушка? Да. Нормально, видишь, помогает она все-таки нам. Спасает наши задницы. Ну, как минимум, мою. Твою-то она не очень спасает, конечно. Мою она так игнорирует, да. Черт, почему я в блоках стреляю постоянно в каких-то непонятных, на ровном месте? Какао-бобы. Это еда же? Наверное, да. Из него, по-моему, печенье же делают с какао-бобов, нет? Я еще допустим. Ну да, да, да. Ну отнесем к еде. Сейчас прикинь, так кто-то тролль заходит, ломает весь наш склад. Я, кстати, так прожал бы, да. Если знаешь, чтобы ресурсы пропали еще к тому же. Угу. Чтобы не просто так сломало, черт с ним. А чтобы именно исчезли ресурсы. Тогда бы да, было весело. Просто супер бомба. Ну все, ладно, завязывай. Я тебя понял. Твою позицию по этому вопросу. Я не мог остановиться. Этот момент очень важен. Ну, значит, кто-нибудь смотрит, кто первый раз включил наш летсплей, наверное, сейчас и думает, что за два дебила? Зачем я смотрю это вообще? Что я здесь делаю? При этом не выключают, смотрят до конца и ставят лайк. И оформляют подписку снова. Снова? Снова, да. Каждый день новый. Да, было бы неплохо. Но не знаю, не знаю. Как вал бобики. Ты вам чем занимаешься, расскажи пока хотя бы. Я уныло сортирую сундуки. А, ну это весело. До сих пор. Это круто. Я уныло копаю вперед на сами, просто нереальное количество булыги. Какие-то безумные. Я почти все разостырил, мне это даже нравится начало. Да? Начало, да. Здорово. Чем бы тебя не тешилось, только бы не вешалось, как говорится. А то хотели к нам сортировщики, люди пойти, да блин, отнять, да, мне сам, Игоря. Саму нравится, конечно. Вы что, даже не просите больше. 20 уровней. Еще немного. Пошел, кстати, в основном за углем, но угля нашел очень мало. Да что ж такое. А угля нужно дофига тебе на броньку на новую, на своем, просто немерено. Ты не хочешь себе бэкпакси по новой сделать? Нет. Нет? Зря. Че не хочу вообще больше. Я ничего не хочу себе сделать, дабы это все не потерять. Ну, действительно. А если не сделаешь, то не потеряешь, правда? Конечно. Фрагмент знаний. Куда бы это отнести? Фрагментом знаний. Сделай для них отдельный сундук. Ну да. Так. Хорошо в пещерке своей самопальни, которую сам копаешь. Спокойно, не... тихо, никаких мобов враждебных. Ресурсов много. Я понял, шерсть нужно совместить с красителями. Если они у нас таковые будут еще. Так, это мы пока ложим сюда. Вагонетка с динамитом мне нравится, у нас есть. Да, реально мне нравится. Ну да, неплохая штука, согласен, в принципе. В принципе, согласен. Мы ее еще не испробовали, а надо бы. Трава. У дома? Как сказать? У меня. Отсыпешь немножко. Блин, где все ресурсы-то на самом деле? Что за фигня? Одна только бронза попадается и все, и больше ничего. Ой, грибочки сложил. Так, я слышу крипера. Это... А, нет, это не крипер. Это либо паук, либо скорпион. Ну, это меняет дело. Ёлки-палки, еда. Еда. Осколочки мои, осколочки. Сейчас сундук забился. С этим. Блин, да как это называется? Лунц мог. Делай еще один тогда. А ты какой делал? Деревянный сундук? Да. А, ну такая, естественно, забился. Так пора бы уже делать там, тебе самому раз ты там сортируешь, делай заодно сундуки нормальные сразу. Сходу. Я не могу, у нас нет. Алмазы нашел. Лёва, молодец. Спасибо, я знаю. Отлично, зачем я сломал сундук? Что я за дурак? Шерсть.
красителей. Потому что здесь будет 6 и красителей. А гайд для нубов в Майнкрафте все-таки еще остались, конечно. Самое сильно сомневаюсь. Если вы нашли алмазы, не торопитесь выкапывать их. Сначала обкопайте со всех сторон, убедитесь, что когда вы начнете их копать киркой, они потом не свалятся, не придут в лаву. А я бы лучше так сказал. Если вы видите алмазы, особенно если они у вас под ногами, и вы слышите звук лавы, копайте. Копайте их молча. Я думаю, этот гайд придет к вам. 8 штук выбирали сразу, прикинь. Норм. Зря ты выкопал. А я был в такой задницы, что мне бы не дошло бы со своей удачей с киркой. Серьезно, да. Ты говоришь, я просто очень был далеко. Окей. Что тут скажешь? Ничего не скажешь. Шерсть. Скажу шерсть. Пойдет. Где-то сундук. Ах ты ж. Дай пройти. До дома, правда, я балдею, надо потом добираться. Просто балдею, чувствую я, потому что я в такой клаке уже. Но. Тут крикер, рыки и так далее. Стрёмно. Однако. Понимаю. А мне бы лопату найти. Для состояния вагонетки. Что еще? Что еще есть? Для состояния вагонетки. Да. Вспомни слово, которое там было третье. Какое? О чем ты говоришь? Вообще понимаешь, про что ты? Ну, для состояния вагонетки, что там еще может быть? Что еще может быть? Рельсы, шпалы. Поезда. Правые двигатели. Машинисты. Поезда, машинисты, хорошо напишу. Вокзалы. Железнодорожные станции. Будет понятно, что здесь лежит только всякие вагонетки. И машинисты пьяные. Машинисты, да. Ну, не себя, не ремонтники путей. Железнодорожных еще такие. Знаешь, в оранжевой форме ходят. По шпалам постукивают. Блин, что делать? Вот офигенная работа мечты. Представляешь, ты ходишь просто в оранжевой форме и постукаешь по шпалам целый день. И все. Бабки. Да я не думаю, что там все так просто. Не, я шучу, конечно, понимаю. Но было бы забавно. Ну да. Уголь. И еще железо. Железо, кстати, нашел довольно много, это радует. Уже даже не собирается. Все, ладно. Сейчас закончу уже. Летсплей писать? Нет, я просто сортировочный наркоман. Нет, серьезно. Сортировочный наркоман. Кто твой друг, сортировочный наркоман? Да, все ясно. Я скажу, кто твой друг. Скажи мне, кто я. Тут такие пещеры надо мной вообще. Просто лютые, судя по читерной карте. Ты-то ее отключил, а я нет. Да, было такое дело. Лут смогов я больше не могу туда складывать, потому что сейчас... Сделай нормальные сундуки, чувак. Я не могу, я же тебе сейчас говорю, у нас энергии нет. В смысле? Тебе нужна железная сундук. Вообще есть энергия. Какая чтобы энергия? Переплавить. У тебя слитки железные есть около 40 штук на первом этаже в подвале внизу. Там и твоя печка суперская стоит. Серьезно? Да. Я там... же не просто так прошу это сделать, а потому... Там еще медь есть, должна быть точнее. А медь нужно плавить. Вот нифига нет меди. Железо просто не экономно тратить. Нужно сначала медный сундук делать. Понял. Хорошо. Поэтому я этого и не делаю. Так, все. Настало время повыкидывать всякий хлам. Булыга. Поехали. Так, а медь, может, есть медь? Земля. Тут вот даже. Так. Ну вот это звуки, просто райские, прямо тебе сказал бы. В смысле? Клево спародировал, я понял. Ой, жесть. Так, топорик. Мы даже два топорика пока уберем. Хорошо, один лук уберем. Медную руду. Вот передробить бы ее. Норм. Так нужно. Нужен уголь тогда. Или дерево, я не знаю.
Ну, есть свое дерево и уголь, если поискать, там по печкам пошариться. Печки в подвале, там есть уголь. У них я сам кидал. Зачем? Еще алмазы нашел, братух. Ладно, пусть стоит. Слышишь, да? Да, слушай, красавчик, что ему сказать. Тут дофига угля, железо и алмазов, просто такой прям золотой рудник. Спустя золотая жила. Такое место, где столько много ресурсов. Ты уже знаешь эту песню, да? Золотая жила, золотая. Да, песня от Игорелли. Спешл. Наполняет ароматом золота. Офигеть. Ты точно дробишь? А то не факт ведь. Блин, просто мне до алмазов не добраться, потому что здесь дохрена других ресурсов, помимо алмазов. Которые тоже хочется забрать. Пусть дробит пока. Так, это здесь точно не нужно. Факела. Факела. А вот стол, кстати, здесь ставим. Только два, что ли? А нет, четыре уже как минимум. Хорошо. Там уже тоже. Хотя. Пусть вот. Ликвид транспозер, механизм. Сколько всякого. О, каменный мотыга. Нашел таки. Да, еще 4 алмазика, итого у меня уже 12. Ну что, неплохо, я считаю, выбросил, в принципе, за ресурсами. Очень даже неплохо. Ладно, пойду досортирую пока. Правда, как потом вернусь домой, я не понятия не имею, потому что я в такой заднице, но я уже, по-моему, говорил об этом несколько раз. Да, ты будешь долго искать путь спасения. Ну, золото. Шерсть, так, это вот... Строительным блоком отнесем. Железный путь я отнесу к строительным блокам. Да не вопрос, пожалуйста. Все, что пожелаешь. Пугающие звуки эмбиента. Подземного. О, еще алмазы, блин, братюня, мне везет. Так собирай, пока везет, ёлопал, конечно. Тихо, не ломай, подожди, сначала обкопать снизу сверху, посмотреть со всех сторон. Оп. Кварц, ладно. Заценить еще как почем. Лед. Селитра. Так, раз, шикарно. Два, три, четыре, пять. Еще 6 алмазов. Итого уже 18. Саучик. Ое. Мне тоже нравится. Обсидиан. Блин, ненавижу. Землю, потому что нет лопаты. Копаю полностью. Ребята, этот унылый геймплей, потому что... Потому что до этого вы хотели экшен, вы его получили. Экшена было уже очень много, да. Но я даже не потому хотел сказать, а потому что все. Теперь у нас все рассортировано. Вот я немного чихнул. Будь здоров. Прям все рассортировано, что ли? Ну почти, уже чуть-чуть осталось. Но и еще надо пару сундуков сделать, потому что непонятно, что к чему. Не, реально, ты крут, молодец. Смотрите-ка, песок, песчаник. Смотрите-ка, глядите-ка. Все, нас этого немного. А что это я не положил? Излишки. Золото. Такие, да. Я грибы, конечно, отношу к еде, но с большим трудом. Вот-вот, я о том же. Скорее, это будет лут с мобов. Отлично. Так. Докопался до каких-то пещер тут непонятных. Зомби воют. Не нашел, снова заряжу угля. Уголь нам нужен. Я знаю. Ты же его не пропускаешь. Нет, конечно, я забираю. Да я все забираю в этот раз в эту ходку. Вообще все ресурсы, которые нахожу, более-менее ценные. Да даже вообще все, в принципе. Уж думал, еще алмазы. Нет, это не алмазы. Это фигня. Как она там называется? Silver ore. Ну, в принципе, тоже полезная, наверное, да? Серебряная руда. Да, вообще все полезно, что в рот полезло. Правда? Любимая поговорка Саши Грей. О, да. Но не будем об этом. Что-то у нас летсплей скатился. Вздыхаешь в мыслях о Саше Грей?
Нет, я вздыхаю. 30 уровней, йоу. Круто. Йоу, чё, чувак. Где моя тачка? Ае, 30 уровней, 30 уровней. О, черт, там кто-то рыщит, превращается, по-моему, сейчас зомби сюда придет. Это не зомби, а оборотень. Меня будет... К чему отнести пурпурный гриб? К пурпурным грибам. Я тебе сейчас на это скажу. Сам туда иди, понял? Надоел уже. Я чихнул. Куда идти? Я чихнул просто, блин. Блин, трешатина. Вот сущность нашел. В виде гномика? Пропустили, пропустили. Да, в виде гномика. Офигеть, это такие пещеры лютые. Трэш. Вот это зло. Вот это я в злое место попал. Черт, Питер. По-моему, лампа это строительная. Немного взорвался. Так, сундук еще один поставить. Куда? Куда? Скажем, вот сюда. Назовем его. Сундукан. Не так, назовем. Половину мотыг надо отправить в плав. Ты назови его как меня. И так люби, как меня любила. Можешь? Ну, не знаю, я подумаю. И подари все, что есть у тебя. Нет! Всю теплоту, что в душе хранила. Вервульф, здравствуй. Умри. Спасибо. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну вот немного здесь урана. Я буду летсплей в формате пения записывать, потому что скучно ужасно. Хотя, чтобы меня повеселее, хоть какой-то пещеры прокопался. Тут вроде что-то... А мне скучно. Что-то вроде интересное намечается. А ладно, я тоже сейчас сундуки сделаю и пойду куда-нибудь в следующей серии. Так что вот, я строю пол. Получила только что в лопа скелета. Он меня напугал. Сволочь. Умер. Так, стекло. Пи-пи-пи, говорит мышка. На самом деле, если железо не экономить, забить и сделать из него, из обычного железа просто... Что я тебе предлагаю? Сундуки. То? Предлагаешь мне? Да. Ну это палево. Уже почти готово, несколько сундуков уже, считай. Посчитай, готово, уже плавится на них все. Так что... Ты-то вообще не знаешь, что... Да, что... Ай-яй-яй, забили меня. Забили, ни за что, ни про что. Замочили. Строительница из дерева. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть заживо сам замочи, себя не сбил. Замочи. Ну практически, да. Сам себя чуть заживо не похоронил только что под лавой. С 30 уровнями. Было бы не очень здорово, наверное. И всеми шмотками. Угу. Это вообще весело было. Я нашел 6 черепашек панцирей, которые мы приносили с того дома. Отлично, молодец. И ничего из них тогда, видимо, не сделал. Я там еще 4 нашел. Ну те-то да, это с последней черепахи. Ладно, пшеницу тоже к еде отнесу, наверное. Наверное, отнеси. Господи, много железа, как много. Все, мне пора возвращаться, потому что у меня 30 уровней и практически забиты мои способности по добыче ресурсов. Всяким дерьмом. Я надыбал, короче, 5 стаков редстоуна. 5,5. Здорово. Ну так, да. Относительно. И почти стак железа. Немного не хватило. До стака, но я, может быть, еще добуду. Нужно сделать тинкерс констракт. Точно, еще. Сундук. Значит, мне нужны. Так, Валдей. Йоу. У меня не открываются сундуки. Видимо, сейчас вылетит клиент. Круто. Давай прервемся на секундочку. Сейчас, подожди секунду. Закопайся. Ух ты, меня откинул обратно. Все, открылся. А, ну все, это просто сервер пролагал, это нормально. Сытно пролагал. Ну, понятно.
картинки. О, подожди, он снова что-то. А, все, понял. Да чтоб тебя порвало, откинуть блоки обратно. Ой, нет. Прерваться надо? Не-не, у меня все нормально, не знаю. Ладно, вроде тоже отлагало. Тебе плохо? Ну только что было очень плохо, сейчас стало хорошо очень. Резко. Тинкерс. Предметы. Тинкерс. Не знаю. Апатитные, бумаги. Апатитные. Пи-пи-пи-пи. Два крипера идут ко мне. Всего 8 у нас черепашек панцирей. Там было 2. 4. Mm-hmm. Так, еда всякие. Это... Зомбопедия. Во, это тупырь, который Сильвер Скелетон. Он тупой, он побежал ко мне через лаву и сгорел. А он всегда бежит через лаву. Такой, напрямик парень. Mm-hmm. Я парень напрямик. Кто хочет, тот не получит. Пипиля. Пипиля, если что-то плохие, но может меня в лаву скинуть сейчас. Кто? Пипиля? Ну, мышка, да, маленькая. Я бы сказал, по-другому, там получается не очень приятное слово. Ладно. Кто-то тут воет еще. Блин, стрёмно в этих пещерах набираться обратно в свою шахту безопасную. Давай, это, выходи уже, заканчивать пора. А я просто... Мне нужно уже сундуки доделать, в следующей серии я пойду делать энергетическую систему. Сейчас, братья, ну это практически невозможно выйти в этой серии, поэтому если хочешь, давай закончим лучше. Я буду в следующий убираться, потому что мне еще очень далеко нужно идти для этого. Безумно. Ну, окей, хорошо, давай заканчивайте, я в следующей серии сундуки скрафчу. Так уж и быть. Тут такая трешатина. Ну что ж, ладно, раз спасибо, друзья, за просмотр. Надеемся, что эта серия была немножко понасыщеннее, по крайней мере, у меня. У тебя-то она была тупая, как бревно. Не, мне было весело, я сортировал. Ну не, на самом деле ты сделал полезные вещи, я, в принципе, тоже, потому что я добыл ресурсов там кучу, и, ну, сейчас будет все круто. Будем крафтить по новой, все будет хорошо. Ну вот, не забывайте ставить комментарии, подписываться на наши каналы и ставить большие пальцы вверх. А с вами были, как обычно, мы, Валда и Игорелли. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.